Завод «ГИРД» изготавливает спецтехнику более 25 лет и предлагает решения для бизнеса в таких областях, как нефтегазовый, энергетический и коммунальный комплексы, транспортная логистика, аэропорты. В марте этого года «ГИРД» выпустил 19-тысячную единицу спецтехники. Юбилейная единица выпала на маслостанцию с КМУ «Инман Им-150Н» с люлькой на шасси КАМАЗ. Маслораздаточная станция предназначена для транспортировки и замены технологических жидкостей на удаленных объектах. Крано-манипуляторная установка Им-150Н идеально подходит для разгрузки и погрузки малогабаритной техники, крупногабаритных узлов и строительных материалов. Основным преимуществом данной КМУ является ее эффективность благодаря высокой грузоподъемности 6 тонн и надежности за счет размещения РВД внутри стрел. Бортовая платформа оснащена тентом со съемным каркасом. Внутри закреплена сертифицированная двухместная люлька для проведения работ на высоте. Автомобиль укомплектован электрической лебедкой. В кабине установлена радиостанция и переговорное устройство. Фургон маслостанции изготовлен из сэндвич-панелей собственного производства по бескаркасной технологии и разделен на два отсека – пассажирский и технологический. Пассажирский отсек укомплектован сертифицированными сидениями с трехточечными ремнями безопасности, столом, воздушным отопителем, освещением, переговорным устройством. В оснащение технологического отсека входят электрогенератор, электрооборудование, сварочное оборудование, маслораздаточное оборудование, электроинструмент, набор слесарного инструмента. Благодаря собственным конструкторским бюро завод «ГИРД» изготавливает спецтехнику любой сложности. «ГИРД». Наполняем смыслом движение вашего автомобиля.